И в продолжении темы детской безопасности. Летом предоставленные сами себе дети часами зависают в мировой паутине. Уполномоченный по правам ребенка предупреждает родителей о возможных угрозах, которые таит в себе интернет. Хотелось бы обратить особое внимание родителей на то, что необходимо научить наших детей безопасному поведению в интернете. Во-первых, объяснить им, что при регистрации в социальных сетях ни в коем случае нельзя открывать свою страницу для просмотра всем без исключения лицам, чтобы доступ к странице был только для друзей. Во-вторых, не общаться с незнакомыми людьми, независимо от того, кем бы они ни представляли. В-третьих, не выкладывать свои личные данные, ни в коем случае, ни телефон, ни личные фотографии, ни фото домашней обстановки, ни адрес проживания, потому что в настоящее время, к сожалению, бывают случаи как мошенничества с финансовыми средствами через телефоны детей, так и, к сожалению, преступления более тяжелого характера в отношении наших детей.